я ебанутый, в костюме БДСМ бегаю. Меня не бейте, я просто смотрю, как вы файтитесь. Не вставайте на мины, я минное поле делаю. Что творится? Чё за жесть? У меня пипец ФПС проседает от того, что здесь столько всего. Вы когда-нибудь задумывались, сколько лута лежит на карте Бермуды? И возможно ли его собрать полностью? Нет. Мы с моими подписчиками это сделали. Нихуя себе. Да и посмотрите просто, сколько его тут. Это просто жесть. Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Добро пожаловать на новый бомбовый видеоролик по Free Fire. Как место? Ну а перед тем, как мы начнем его смотреть, охренительный для вас конкурс на алмазе. Очередная халява от отца Евгена. Прямо сейчас у каждого из вас есть уникальная возможность выиграть алмазы за подписочку на мой канал и канал моего хорошего друга из Соединенных Штатов Америки. Его имя UA Zevs. Это начинающий ютубер, который живет в Калифорнии и делает охренительный, вот просто вот такой вот контент по Free Fire. Видосики стримчанские, на которых он каждый день раздает алмазы для своих подписчиков. Лишь за последние 2 месяца на своих стримах он потратил на подписчиков более 100 тысяч рублей. Да ладно! Я думаю, это достойно твоей подписочки на его каналчик. Залетайте к нему на канал по ссылочке в описании, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и уже через неделю, ровно через 7 дней, заходите к нему на стрим и выигрывайте алмазики за подписку. Выбирать 3 счастливчиков победителей он будет среди тех, кто оставит комментарий под этим видеороликом. Пишите лишь одно слово «Участвую» и, конечно же, свой айдишник. Говно вопрос. Итоги конкурса уже через 7 дней. Ну а теперь погнали смотреть видосик. Приятного тебе просмотра. Весь лут на пик, да. Но если вдруг зона поменяется, там разберемся, будем уже действовать по ситуации. Мы с Толиком на пик, туда будем просто с пика сейчас собирать и в центре все скидывать. Я со школы пока лут соберу. Вообще все подчистую, ребят, собирайте. Вообще все, что видите, берите. Давайте вот тут на центре все скидываем, а тут начинаем скидывать. Тут есть рюкзак где-нибудь? Ай, блядь, у меня автоподбор, сука. Ёбаный автоподбор. Найс, обновление. Спасибо за рюкзак, бро, спасибо. Так, я фул, иду сбрасывать. Кто здесь рядом, в бетонку зайдите. Там есть еще лут. Тихо, тихо, не сбейте. Ебать, тут у нас уже лута, пацаны, просто жесть. Охренеть, охренеть, что тут у нас тут творится. У меня аж глючит, блядь, все. Знаете, что я заметил? В одном месте не скидывайте, а то они вместе пакуются. 2-3 человека останьте здесь, чтобы собирать их, и если что, раскидывать. Ну, слушайте, я тут бегаю, тут вообще лута, ну, вроде все прям подчистую собрали. Здесь его прям нету. Давай, 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 сейчас сяду, 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 спасибо, бро. Блин, я не могу на ней ехать, братик. Я не могу на ней ехать. Пусть он слезет, это... Я ее покинуть не могу теперь, я ее покинуть не могу. Чё за хрень? Вытащи мышку, мышку, вытащи, Жень, мышку. Я не могу слезть с нее теперь. Да ё-моё! F1 нажми. Я не могу с нее выйти, я в нее сел, все, с нее выйти не могу. Игра багнулась. Помянем Женю. Смотрите как, нам нужно поставить огромную стену. Ставим либо стенка на стенку, либо рядом. Я ставлю первый. Вы ставьте на мои стенки. Только можно 3 стенки ставить, имейте в виду. Отлично, отлично. Ай, внизу стенка пропала. Дырки закрывайте, осторожно, дырочки закрывайте, чтобы все ровненько было. Вот это я понимаю, вот это я понимаю, стена. Охренительно. Заебись, четко. Давайте попробуем забраться наверх. Попробуем забраться наверх. Ай, кто стенку убрал отсюда? Эй! Хуй тебе! Дурак! Охренеть, у нас стеночка! Чё за жесть? Я хочу наверх попробовать забраться. Смотри, они забираются, они могут забираться, смотри, потихонечку. Они смогли. Пшик, который сейчас на шипиарде. У тебя на шипиарде на кране сидит Лайт. Пшик, осторожно, будь. Ползает шпион. A few moments later. Он, смотри, он с кем-то, он кого-то убивает. Он убил Пшика. Пшик залез на кран, на другой, не на тот кран залез. Чувак, он на другом кране был. Чувак, ну это неинтересно, камон. Выходи давай. Выходи, я тебе помогать буду, брат. Выходи давай, я тебе помогать. Не хочет. Очкошник. А что, к нему сейчас подходит? Да, я же сюда. 25-й, тебе хана. За тобой пришел Крош. Он на 3-м этаже, на верхнем самом. Там еще это. Вон он, да. Там еще Фнайс аккуратно, Крош. Найс.
А, Настя еще за деревом рядом. Чисто очкует, за углом, смотри, стоит, ждет. У него грена, если что, у него грена! Он под кроватью! Он под кроватью! Вот ты сукун! Еще один Настя! Ну, Настя просто слышал, где тот, и пришел, видишь, тоже сюда. Ой, хорош, ой, хорош! Настя встречается с Крошем! Тихо! О, он убил его! Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Лиана, ты будешь прыгать вниз или не будешь? Надоело уже. Прыжок веры. Она оружие взяла, сейчас тебе хватит. Встречайте ее, ребят! Смотри! У нее 10 хп! Будешь знать, как сидеть на трубе. Если вы точно так же хотите принять участие в съемках подобных видео и, конечно же, стать участником бесплатных турниров на Алмазы, то прямо сейчас подписывайтесь на телеграм-канал «Отцовское общество», а также на паблик ВКонтакте. Именно там я оповещаю своих подписчиков о новых съемках и совместных играх. Ссылочка на паблик и телегу ждет тебя в описании. Друг на друга собирайтесь. Тут уже 3 человека, так, подожди, 4. О, хорош! Вы в плакат упретесь, алло. Да нормально, мы еще до него дойти сначала надо, до этого плаката. Кто встал на башку друга, тот стоит на месте. На башку встали, все, не двигаемся, просто стоим. Отлично. Во, что-то получается. Отлично. Ребят, давайте. Наша цель дойти до плаката. Хуй тебе. Я просто похлопаю. Так, Сайтанова, ты готов? Покажи эмоцию, смотри, готово, хуярится. Ты готов? Отжимается, смотри, блядь. Так, ну чё, братики, первый раунд. Погнали, Сайтанова против чувачка от джимастера. Давайте, бой, файт. Смотрим за поединком этим. А чё ты от него убегаешь? Чё ты убегаешь? Вы фигачитесь. Давай. Блядь, почему это так смешно? Фигачь, он его в угол, всё. Так, Сайтанова красавчик. Сайтанова, первая победа. Красава. А давай ты, беленькая. Сейчас девочка против лысого будет. Смотри, фигачится. Эти лежат, смотрят. Давай, озеро, за тебя болеем. Ух ты ж, блядь, нихера себе. Второго победил? Блядь, ты чё, боксер что ли? Красный, клоун, красный, заходи. Клоун, ты готов? Сайтанова уже 2 победы к ряду. А у него, видимо, жизни мало, он сейчас, видишь, думает. Да пусть фигачится, давайте, ребят. Все, минус Сайтанова. У нас новый лидер, клоун, первая победа. Окей, Сайтанова уходит. Ребят, короче, скидываем, знаете как? А между Factory и пиком прям по центру, где канатка, да. Тут прям нормально, с горы можно будет посмотреть масштаб. Вот сюда, да, все сюда кидаем. Ну тут вроде все подчистую собрали. А, чувачок, который со мной, давай на Сентозу переместимся. Попробуем максимально там собрать. Тут как раз синяя зона, кстати, поэтому можете кто-нибудь тоже сюда к нам двигать. Да хера всего, блин, просто пипец. Так, ребята, с Сентозы, осторожно, зона сейчас. Ох ты ж, блин, сколько здесь. Охренеть, ё-моё, у меня аж глючит игра. Охренеть. Чё за жесть? У вас не глючит игра? У меня пипец FPS проседает от того, что здесь столько всего. Охренеть. А на Марсе нету ничего, я только что там был, там нет ничего. Видите, что тут вообще, думает, блошиный рынок? Охренеть, игра глючит. Так, ребят, пока зона есть, давайте искать лут еще. Все подчистую сметено прям, с Factory. Слушайте, ну тут вообще все подчистую сметено. Вот я дошел пушечку, да, оружие только иногда. Красная зона, ребят, с красной зоны уйдите, чтобы вас не ебнуло. Тут вообще ни хрена не осталось, просто ни хрена. Так, ну зона, я так понимаю, не у нас, да, там сейчас будет? Давайте перетащим. Мы не успеем перетащить, чем прикалываешься. Да не надо, нормально, да нормально. Охренеть, сколько лута, это жесть, у меня игра просто глючит. С горы, Женя, снимай. Да я на горе вот стою, смотрю, это просто пипец. Да я тебе говорю, глючит игра просто жесть, когда вот его вот так много. Прям FPS жестко проседает. Охереть, так, ну зона уже не на нашей стороне, ну блин, слушайте, это жестко прям. Это жесть, ты посмотри, сколько его тут. Тут пипец рынок на самом деле устроили. Просто посмотрите, сколько тут всего. Это не весь, это примерно 60-70% лута с карты. На Бермудах конкретно. Я сейчас сделаю огромное минное поле. Не вставайте на мины, я минное поле делаю, тихо. Я хочу, чтобы кто-то один смертник. Подойдите кто-нибудь ко мне один. Да нахуй вы по ним стреляете?
Дураки, я порой, блядь. Толя побежал по минному полю. Ты смог, да? Да, я смог, а ты? Я боюсь. Ну-ка, я попробую сейчас пробежать. Тихо, я попробую по минам пробежать. Лепаня смертника! Сказочный долбоёб. Я посмотрю, как вы фигачитесь. Меня только не убивайте, волка не трогайте. Не надо меня бить только, ладно? Вот я ебанутый в костюме БДСМ бегаю. Меня не бейте, я просто смотрю, как вы файтитесь. О, мясо, просто мясо. Не бейте меня по-братски, не надо, мне 40 хп. Не бейте, не надо, 20 хп, не надо. Кто меня убил, блядь? Ау, зачем ты меня убил? 3. Что происходит? Что творится? Кидайте в центр грены! Что творится вообще? Я не вижу, где я. Все, я умер. Ребят, давайте комнату на мамазы.